Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Уроки самопознания» и ее ведущая Рамина Мирзалимова. Любовь – основа мироздания. Именно об этом высоком чувстве сегодня пойдет речь в нашем сегодняшнем выпуске. Смотрим вместе! Урок студенты Тарасского государственного педагогического университета начали с популярной методики «Позитивный настрой». По словам многих психологов, такие упражнения ведут к уравновешенности, самоконтролю, улучшению памяти, умению концентрироваться. После них на уроке налаживается дисциплина и легче усваивается информация на занятиях. Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшнего урока – «Любовь – основа мироздания». Начнем урок с позитивного настроя. Закройте глаза, мысленно пошлите сердечное тепло друг другу. Пожелайте удачи, мысленно скажите: пусть у меня все получится. Почувствуйте тепло руки и сердца. Мысленно скажите: я люблю вас. Я люблю себя, я люблю весь мир. Пусть будет счастливая жизнь у вас. Умейте всю жизнь ценить и сердце надежное любить. Вы очень красивы сейчас. Красивыми вас делают красивые добрые мысли. Откройте глаза. Сегодня мы начнем разговор о любви. Тогда давайте подарим друг другу сердечко, наполненное любви. О том, что такое любовь, знает каждый человек. Однако, если задать этот вопрос разным людям, ответы будут совершенно различными. Почему так? И есть ли единственно верное и правильное определение любви? На этот вопрос попробуют ответить студенты. Любовь – это бесценный дар. Это единственная вещь, которую можно подарить, и все же она у тебя остается. Что такое любовь? Кто мне скажет? Как вы понимаете слово «любовь»? Любовь для меня – это бескорыстная и радостная забота и отдача своим близким. Айгерим, пожалуйста, ты. Как ты понимаешь, что такое любовь? Любовь – это самое прекрасное чувство, которое может испытывать человек. Именно любовь дает человеку силу, чтобы жить дальше. Я думаю, что любовь – это самое прекрасное чувство на Земле. Это великий труд, ежедневный и очень упорный. Без уважения и терпения, я думаю, что любовь не существует. Настоящая любовь подобна жизни. Она дается раз и навсегда. Любовь – это счастье. Любовь – это семья. Любовь – это можно отразить своим друзьям. Любовь к родине. Любовь – это то, о чем мы постоянно думаем, о чем во все века пишут поэты, а певцы слагают. На уроках самопознания самым важным является широкое обсуждение той или иной темы. К примеру, для практики позитивного мышления на уроках важно применение цитаты. Выражая свое мнение, учащиеся могут не только проявить свой потенциал, но и взаимодействовать с окружающими людьми. Давайте рассмотрим цитаты великого писателя Абая Кунанбаева. «Любовь – источник вдохновения, родник, из которого черпает силу и бодрость духа». Что хотел этим сказать Абай Кунанбаев? Из первой цитаты нам ясно, что это любовь, перед которой нет преград. Это любовь, готовая на все. Так поступали батыры ради своих возлюбленных, побеждая целые войска и при этом не останавливаясь. Хорошо, молодец, Мадина. Любовь – мир во всем его пышном блеске, богатстве и красоте. Следующее, кто расскажет? Влюбленный человек во всем мире видит только прекрасное, только красоту. Когда в человеке живет любовь, он духовно очень богат. Понятие любви все трактуют по-разному. Психологи, к примеру, утверждают, что настоящая любовь похожа на любовь к ребенку. Показатель чистой души, самоотдача до конца, забота и отречение. Это нельзя понять головой, только ощущается сердцем. Сейчас ребята посмотрят одну из форм любви в виде небольшого видеоролика. О любви написано очень много. Любовь к родине, близким, родным, искусству. И о любви написано очень много творчества. Следующая наша работа – это просмотр видеоролика «Любовь к близким». Thank you.
это бусы из бирюзы. Это для моей сестры. Вы можете красиво завернуть их? А у тебя денежка есть? Вот этого хватит? Знаете, я хочу сделать подарок для своей старшей сестры. С тех пор, как умерла наша мама, сестра о нас заботится, помогает. И мне так хочется подарить ей что-то красивое, чтобы она улыбнулась. Это все, что у меня есть. Держи. Только неси аккуратнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Эти бусы были здесь куплены? Сколько они стоили? Ну, любое изделие в моем магазине – это договор между мной и клиентом. Но у моей сестры было только несколько монет. Это же бусы из настоящей бирюзы. Это нам не по карману. Она заплатила самую высокую цену. Больше, чем мог заплатить любой взрослый. Она отдала все, что имела. Она хотела, чтобы вы улыбнулись. Уважаемые студенты, что мы поняли из этого видеоролика? Это самая искренняя любовь. Благодаря этой любви она бескорыстная. Девочка отдает самое последнее, что у нее есть. И он, продавец, это принимает. И он понимает, что это бескорыстно. И когда сестра возвращает, он не принимает этот возврат, поскольку девочка отдала все, что у нее есть. Сейчас очень мало таких людей. Девочка не просто отдала все свои монеты. За эти бусы она заплатила своей любовью и искренностью. И это намного больше, чем просто деньги. А я в этом видеоролике заметила человечность продавца. То, что он понял всю суть ситуации, то, что он помог девочке сделать сестру ее счастливой. И я очень ценю это качество этого продавца-мужчины. Из этого видеоролика мы видим, что у девочки искренняя любовь к ближнему. Взаимопонимание, столь необходимое для развития личности, может достигаться только в результате общения. Эта задача может быть решена посредством групповых форм взаимодействия между учителем и учащимся, а также между самими учащимися на уроках. Писатели-поэты утверждают, что это волшебное таинственное чувство. И хотя оно сложное для толкования, но именно оно окрыляет человека и дает его счастливым. Следующая наша работа – это творческая работа студентов. Thank you.
творческую работу мы хотели начать со стихотворения Бесславской «Я человек». Я человек, но я ведь часть природы. Родился на земле я лишь тогда, когда на ней уже бурлили воды, паслись на суше табуны стада. Летали насекомые и птицы, росли леса и травы, и цветы. И не должно все в мире измениться, должно остаться царство красоты. Я человек, и я ведь часть природы, и навсегда я у нее в долгу. Я сохраню ее для будущих народов, свою планету для потомков сберегу. Как сказала Галя, каждый из нас связан с природой, даже если мы этого не осознаем. Природа — это наша общая мать, она любит нас всех. И я думаю, что мы должны отвечать ей тем же. В чем же проявляется любовь к природе? Если человек любит природу, он старается о ней заботиться. Не мусорит, не загрязняет воздух, воду, грунт, не истребляет животных, не вырубает леса. Любящие природу люди стараются помочь животным, высаживают растения. Иногда даже убирают за менее сознательными гражданами. Все это показывает широту души, психологическую зрелость и серьезное отношение к окружающей среде. Природа обеспечивает человека всем тем, что ему нужно для жизни. Вся красота на Земле лишь благодаря природе. И если мы хотим жить в красоте и ни в чем не нуждаться, то нужно беречь нашу окружающую среду. Наша группа нарисовала плакат на тему «Любовь к родине». На первый взгляд, это просто казахская степь. Но в нашем понимании любовь к родине – это хранить, беречь, оберегать традицию, культуру, язык нашего народа. Родина – это место, где ты сказал первые слова, сделал первые шаги, вырос, нашел верных друзей, встретил свою любовь, а также вступил во взрослую жизнь. Также, куда бы вас ни забросила судьба, вы всегда будете вспоминать о этом священном месте, то есть о своей родине. На нашей картине выглядит более как степь, потому что у нас большинство окружено степью. И мы хотели бы показать всю красоту. Есть огромное множество видов любви. А нашей темой творческой работы была материнская любовь. На наш взгляд, это самая бескорыстная и самая чистая любовь, которая вообще может быть. Объятия наших матерей – это своеобразный щит от всего злого, что может произойти в мире. И даже в общении с потомством у животных мы можем заметить нежность и заботу о них. Также мы хотели бы рассказать стих на тему о материнской любви. Перед тем, как приступить к стиху, хочу сказать, что материнская любовь, она у нас нисходящая. Материнская любовь всегда отдает, и она этому рада. Наш стих посвящен именно матерям. «Как ты любишь меня, мама? Очень сильно я люблю. Ты мой сладкий, самый-самый. Для тебя, родной, живу. А когда я стану старше, будешь так же ты любить? Буду целовать, как раньше, и всегда благодарить. И когда я стану взрослым, не оставишь ты меня? Что за глупые вопросы? Милый, ты ведь жизнь моя. А когда я стану старым, мама, ты ведь не уйдешь? Это будет Божьим даром. Ты в себе меня найдешь. В твоем добром, чистом сердце буду жить, родной, всегда. И все так же, как и в детстве. Не уйду я никогда». Спасибо, ребята, вы справились с творческой работой. О любви написано очень много. Любовь к родине, любовь к матери, любовь к искусству. Про любви написано очень много творчества. Перед каждым педагогом на сегодняшний день стоит задача воспитать такого гражданина Казахстана, который знает и ценит его культурно-историческое наследие, любит свой родной край, готов в нем жить, работать, создавать новые культурные ценности. Что дает уроки самопознания? Раскрывает потенциал, творческий потенциал, воспитывает духовно-нравственному воспитанию. Уроки самопознания полезны тем, что дети, студенты у нас становятся более добрее. И сейчас, на данный момент, в нашей специальности есть дуальное образование, где наши студенты также проводят больше времени с детьми в школе и в детских садах. На данный момент эти уроки нужны
для подрастающего нашего поколения. К слову, все студенты данного вуза учатся на факультете социальной педагогики и самопознания, то есть, по сути, они являются будущими учителями, поэтому студенты спешили поделиться с нами своими впечатлениями и мнениями от урока. Благодаря этой теме мы знаем, что любовь – это очень сильная привязанность к какому-либо человеку, может даже и предмету, и животному. Мы все знаем, как мы любим своих животных, природу, родных, близких и даже свой родной край. Привязанность может быть даже к своему кумиру. Многие у нас выделяют какого-либо кумира и к этому берут какую-либо привязанность. Я учусь на факультете социальной педагогики и самопознания. И в будущем я буду педагогом, учителем самопознания. В общем, уроки самопознания очень важны тем, что они одухотворяют человека, учат человека любви, радости, дружбе, именно пониманию друг другу. Наша специальность очень важна в современном мире. И специальность актуальна тем, что она учит доброте. Наше новое поколение растится лидерами. И лидер это не должен, человек как лидер не должен идти по головам. Лидер это прежде всего понимающий, толерантный человек. А именно наша специальность учит быть таковым. Сегодняшний урок мне очень понравился. В сегодняшнем уроке я понял, какие бывают любви. Любовь к родине, любовь к миру, любовь к матери, любовь к друзьям. И бывает даже любовь ко всем людям. В чем польза уроков самопознания в образовательных учреждениях и нужны ли они? Мне понравилась эта тема, потому что о любви можно говорить очень-очень-очень много. И это, мне кажется, самая интересная тема, потому что каждый человек понимает любовь по-разному, каждый любит по-разному. И, в общем, очень интересно слушать мнение других. Мне кажется, что наша специальность очень нужна в нашем мире, потому что дети, они должны учиться говорить. И именно на наших уроках они могут высказывать свое мнение, обсуждать его с другими учениками. Я будущий учитель, и я думаю, что я буду формировать качества у детей хорошие. Думаю, сейчас, на данный момент, главная задача учителя – воспитать подрастающее поколение. И именно самопознание, оно формирует всестороннюю личность ребенка. И именно урок самопознания учит милосердию и способствует пониманию окружающих. Бывают такие ситуации, когда мы не можем контролировать свои эмоции и чувства. И именно на этих уроках мы понимаем, что в каких-то ситуациях мы должны контролировать свои эмоции. Молодцы, ребята, спасибо большое. В завершение этого урока пожелайте себе удачи и любви. Берегите себя и своих близких. До встречи на следующих уроках самопознания.